Единый кандидат на пост премьер-министра Армении от оппозиции Вазген Манукян высказался против открытия транспортного сообщения с Турцией в ближайшее время. По мнению политика, если открыть границу с Турцией сейчас, то Турция проглотит Армению сразу. Ее сельскохозяйственные товары гораздо дешевле, чем армянские. Ее финансовые возможности таковы, что она купит здесь весь бизнес. «Мы станем народом-невольником», — заявил Манукян.